Добрый день, меня зовут Дублянина Екатерина, я менеджер отдела продаж жилого квартала «Метрополия». В декабре компания MR Group предлагает уникальные условия по рассрочке, которая будет действовать до конца 2023 года при покупке квартиры в ЖК бизнес-класса «Метрополия». При первоначальном взносе 30% покупателям доступна беспроцентная рассрочка, действующая до завершения строительства. Застройщик предлагает возможность выбора ежемесячных или поквартальных оплат. За подробной информацией обращайтесь в офис продаж. Добрый день. Хотелось бы сегодня рассказать динамику строительства за ноябрь месяц 2021 года по объекту «Метрополия», объект 1.1. И сегодня мы акцентируем внимание на подземную часть, это паркинг, где мы хотим подробно остановиться, показать и рассказать про строительство и технические помещения, которые здесь находятся. Это центральный тепловой пункт, это насосные станции, КНС, трансформаторные подстанции, где подробно мы хотим показать, как ведутся отделочные работы. И, конечно же, в каких-то помещениях мы покажем, расскажем про монтаж технологического оборудования. Мы сейчас находимся на минус первом этаже. Здесь мы хотели бы вам показать устройство бетонных полов. Хочу доложить, что на минус втором этаже 100% выполнены устройства бетонных полов. А здесь мы хотели бы непосредственно на минус первом этаже показать сам процесс устройства. Как вы видите, слева от меня это выполняется гидроизоляция на битумной мостике. После того, как выполняется гидроизоляция, справа от меня вы можете заметить, что заливается бетонный пол. Средняя толщина бетонного пола – это 10 сантиметров. И маяками для заливки бетонного пола являются лотки, в котором впоследствии будет отводиться вода. По процентам выполнения на минус первом этаже тоже работы ведутся к окончанию. Сейчас на данный момент выполнено порядка 60%. Сейчас находимся в центральном тепловом пункте. Справа от меня можно будет увидеть, это теплообменники. У нас в здании две зоны, с 1 по 15 этаж и с 16 по 30 этаж. На каждую зону по два теплообменника. Один основной, другой резервный. Это теплообменники для системы отопления. Также, чтобы система отопления работала, слева от меня видите циркуляционные насосы. Как вы знаете, мы с города получаем холодную воду и здесь ее подогреваем. И здесь же располагаются у нас теплообменники для подогрева воды и повысительные насосы для поддерживания давления. По ЦТП, как мы видим, что строительная готовность полностью сделана. Смонтировано и обязано все оборудование. Сейчас ведутся наладочные и пусконаладочные работы. За моей спиной вы наблюдаете помещение трансформаторных подстанций. Сейчас на данный момент трансформаторные подстанции наш генеральный подрядчик Су-10 выполнил строительно-монтажные работы. Трансформаторы подстанции, помещения готовятся к установке оборудования. Это непосредственно сами трансформаторы. Мощность трансформаторов, общая мощность трансформаторов на этот объект 1.1 будет составлять 2910 кВт. Таким образом, строительная готовность завершена и помещение трансформаторных подстанций готово к приемке и монтажу оборудования. А сейчас я хотел бы предложить вам пройти в помещение ГРЩа, которое находится за нашими спинами, и непосредственно посмотреть, какие монтажные работы, кем они выполняются. Непосредственно сам, может быть, производитель работ вам обо всем и расскажет. Пойдемте за мной. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Сергей, можете рассказать, какие виды работ выполняются? Нашим зрителям хотелось бы знать. В данный момент просто производится монтаж, установка панели этого всего оборудования. Это главная распределительная щитовая. Сюда приходит основная запитка с подстанции. А уже отсюда при помощи шинопровода оно расходится по всем вружкам. То есть это мозг
электрики вот этих домов, что строятся. Сергей, расскажите, а вот по оборудованию, процентам отношений, что выполнено? Ну, здесь практически выполнено, если так разобраться, процентов 70 уже все готовое. Ну да, мы видим, что все уже щиты стоят, да, их осталось только пусконаладка. Только да? Пусконаладка и мелочевка доделать просто все. Все, спасибо, Сергей, продолжайте. Пожалуйста, спасибо. Мы сейчас пришли к одному из помещений вентиляционных камер. Хочу сказать, что да, конечно же, строительная часть выполнена. И внутри мы можем увидеть уже установленные вент-установки. И начинается уже обвязка этих вент-установок. Все вент-камеры для жилого комплекса 1.1 выполнены в строительном выполнении. И на данный момент начинается монтаж именно оборудования. Сейчас мы находимся на объекте 1.2, где хотели бы вам показать и рассказать, какие виды работ выполняются. И вот как раз мы встретили непосредственно строительный контроль. Это компания ССК. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Можете рассказать нам, какие работы выполняются по объекту 1.2? По объекту 1.2 сейчас выполняются монолитные работы. Первая, вторая секция у нас сейчас бетонирование 13 этажа, третья секция 16 этаж и четвертая секция 24 этаж. На третьей секции у нас приступили к монтажу светопрозрачных конструкций. Также выполняются работы по кладке газобетонных блоков. Очень хорошо. Сергей, не могли бы еще пройти, может, рассказать нам, у нас есть объект 2, там тоже ведутся монолитные работы. Расскажите примерно, сколько выполнено там и как вы оцениваете качество выполняемых работ с генеральным подрядчиком? Работы выполняются согласно строительных правил и ГОСТов. У нас сейчас на четвертой секции выполняется бетонирование техэтажа. На остальных секциях завершающая стадия монолитных работ минус первого этажа. Все, на этом, я думаю, необходимо закончить, потому что в этом месяце мы вам рассказали о работах. Поэтому встретимся в следующем месяце. По первой очереди строительства в договоре долевого участия прописан срок передачи ключей не позднее 31 декабря 2021 года. Сроки подписания акта регулируются 214 федеральным законом. При приобретении квартиры за 100% оплату или в ипотеку будет действовать скидка 3% на 2- и 3-комнатные квартиры. А для семей с детьми будет действовать уникальные условия – дополнительная скидка до 200 тысяч рублей. Также за повторную покупку действует скидка 1%. Все скидки суммируются. На все апартаменты сейчас действует скидка 3%. А учитывая шикарное расположение ЖК «Метрополия», это и транспортная доступность, и близость к центру, в нашем ЖК очень выгодно приобретать апартаменты под сдачу. Также во второй очереди вышли в продажу машины-места и кладовые помещения. Вы можете приобрести их по стартовой цене.